Еще недавно молодые люди на роликовых досках воспринимались с явным недоверием и любопытными прохожими, и серьезными людьми, отвечающими за молодежный досуг. Время убедительно доказало. Когда речь идет о молодежной моде, окриком и запретом делу не поможешь. Не лучше ли поддержать энтузиастов скейта и провести первые городские соревнования, как это сделал саратовский горком комсомола? Thank you.